Затяжная весна вносит свои коррективы не только в жизнь кочевников, но и тех, кто живет в поселках. Северяне готовятся к отпускному периоду, и вновь встает вопрос, как будем добираться до окружной столицы в первой половине июня. На сегодняшний день дирекцией транспорта проведен отбор на перевозчика. В этом году, как и в прошлом, Северичфлот будет осуществлять перевозки по маршруту Салехард-Ярсали обратно. Подписывается договор. На этой неделе в администрацию Ямальского района направят предварительное расписание. Как только его согласуют, договор на осуществление пассажирских перевозок по маршруту Салехард-Аксарка-Ярсали и обратно будет подписан. Последние два года показали, ледоход идет с весомой задержкой, река вскрывается позднее срока. И, соответственно, первый рейс теплохода, запланированный по традиции на 10 июня, осуществить становится просто невозможно. По имеющейся у нас информации, задержка ледохода идет примерно на полторы недели, то есть это где-то вторая декада июня месяца. По поводу альтернативы хочу сказать, осуществляется у нас на сегодняшний день, осуществляются дополнительные рейсы вертолетами, то есть за 10 дней граждане могут подойти записаться в аэропорту в Касе. Итак, ледоход, по прогнозу специалистов, задерживается еще на полторы недели. Первый рейс теплохода, скорее всего, состоится не раньше 20 июня. Билеты можно будет купить на сайте перевозчика «Северичфлот» за 45 дней до отправления. Ямальцам нужно позаботиться о своем вылете заранее, записавшись в кассе аэропорта на дополнительный рейс вертолета, внимание, за 10 дней.